Всем здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать, как вязать вот такую шаль дубовые листья. Она вяжется из пышными столбиками вот на листочках и очень много воздушных петель. Вот проходят эти арочки. Схему я взяла из интернета, она есть в свободном доступе. Вот такая схема. И буду данную шаль украшать еще бахромой. Как делать бахрому и привязывать, я в этом видео показывать не буду, но оставлю все ссылки, так как у меня есть такое видео уже на канале, как сделать бахрому и как ее привязывать к шали. Я буду вязать шаль. Пряжа я Ализе Ангора Голд в 100 граммах 550 метров. И цвет это номер 114. Крючок буду использовать номер 3,5. Это схема, по которой мы с вами будем вязать нашу шаль дубовые листья. В первом ряду нам нужно связать 2 арочки из 5 воздушных петель и между ними столбик с одним накидом. И также по кромочной мы будем провязывать везде по 2 столбика с накидом. Делаем кольцо. И в это кольцо набираем 1, 2, 3 воздушные петли для подъема и столбик с накидом. Вот мы провязали кромочные 2 наших столбика. Теперь 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. 1 столбик с накидом центральный. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 столбика с накидом, те, что идут кромочные. Теперь колечко затянули. И вот так у нас выглядит с вами первый ряд. Шаль, как вы видите, будет вязаться сверху вниз. И переходим ко второму ряду. Во втором ряду провязываем 2 столбика кромочных и 2 арочки из 5 воздушных петель, столбик с накидом и еще 2 арочки. Повторяем. 3 воздушных петли для подъема. Это наш первый столбик. Во второй провязываем второй столбик. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Под арочку провязываем столбиком без накида, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, столбик с накидом в столбик с накидом, это центральный наш столбик, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, под арочку столбиком без накида, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5 и в кромочные провязываем вот один столбик с накидом и провязываем второй столбик с накидом. Это наш второй ряд. Третий ряд. В третьем ряду провязываем кромочные и 1, 2, 3 арочки и посередине столбик с накидом. Набираем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Повернули вязание. Вот мы провязали 2 столбика кромочных, 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Под арочку из предыдущего ряда столбиком
без накида. 1, 2, 3, 4, 5 столбиком без накида под арочку. И еще 5. 1, 2, 3, 4, 5. И центральный вот столбик с накидом. В него провязываем столбик с накидом. Это вот мы провязали половину. Вторую половину провязываем самостоятельно. Вяжем 3 цепочки из воздушных петель по 5 воздушных петель и 2 кромочные столбики с накидом. Четвертый ряд. Вот будем провязывать. Провязываем арочку из 5 воздушных петель, а потом из 1, 2, 3, 4, 5, 6, из 7 столбиков с накидом в центральную арочку предыдущего ряда и еще одну арочку из 5 воздушных петель. 3 воздушных, 1, 2, 3. Повернули вязание и столбик с накидом. Это мы провязали верхнюю кромку. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь столбик без накида под арочку из воздушных петель. В следующую арочку вяжем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. После 7 столбиков в следующую арочку столбик без накида и 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И по центру столбик с накидом. Вот мы провязали половину четвертого ряда. Вторую половину провязываем также арочка из 5 воздушных, столбик без накида, 7 столбиков с накидом, столбик без накида, арочка из 5 воздушных и кромка. Перешли к пятому ряду. В пятом ряду провязываем арочку и вот столбик без накида, воздушная петля, пышный столбик, 2 воздушные, 5 столбиков с накидом, 2 воздушные, пышный столбик, 1 воздушная петля, арочка из воздушных 5 петель и центральный столбик с накидом. Провязываем 3 воздушных петли, поворачиваем вязание, столбик с накидом, это кромочная. Теперь 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Под первую арочку провязываем столбик без накида. 1 воздушная петля. И в первый столбик с накидом провязываем пышный столбик из 4 накидов. 1, 2, 3, 4. Провязали. Теперь 2 воздушных. 1, 2. Далее 5 воздушных петель. 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушных петли. И в последний столбик провязываем пышный столбик из 4 накидов. Провязали. 1 воздушная петля. Теперь под арочку из 5 воздушных столбик без накида. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И в центральный, вот по центру, провязываем столбик с накидом. Вот мы провязали с вами половину шали. В
вторую половину провязываем также. Шестой ряд. 2 арочки из 5 воздушных петель, пышный столбик, между ними 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом, пышный столбик и снова повторяем арочки из 5 воздушных петель. 3 воздушных петли для подъема, повернули вязание и провязываем столбик с накидом. Кромочку мы уже сделали, теперь 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, столбиком без накида под арочку в предыдущем ряду, еще 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. И теперь провязываем пышный столбик в столбик с накидом в предыдущем ряду. Вот 1, 2, 3, 4 накида сделали. Провязали пышный столбик, 2 воздушные петли и провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3, 2 воздушные петли и в следующий столбик провязываем пышный столбик, 1, 2, 3, 4, провязали, теперь 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, под арочку из воздушных петель провязываем столбик без накида, 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5 и провязываем в центральный столбик с накидом. Вот половину мы с вами провязали шестого ряда. Вторую половину провязываем аналогично. Седьмой ряд. 3 арочки из воздушных петель. Пышный столбик, 2 воздушных, столбик с накидом, 2 воздушных, пышный столбик и арочки из воздушных петель. 3 воздушных петли, поворачиваем вязание, столбик с накидом, это мы провязали кромку. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, 1 арочка столбиком без накида закрепляем, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 2 арочка столбиком без накида и еще 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, и теперь провязываем в столбик с накидом пышный столбик. Теперь 2 воздушные петли, 1 столбик, 2 воздушных петли, пышный столбик , 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, под арочку столбиком без накида, 1, 2, 3, 4, 5, под арочку столбиком без накида и еще 5, 1, 2, 3, 4, 5 и в центральный столбик с накидом. Вот половину мы провязали, вторую половину вяжем также. И восьмой ряд. 1, 2, 3, 4 арочки из 5 воздушных петель. Пышный столбик. И снова завершаем арочками из воздушных петель. И по центру столбик с накидом. 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание. И провязываем столбик с накидом. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, под арочку столбиком
без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас вторая арочка столбиком без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Это третья арочка. И 1, 2, 3, 4, 5. Это четвертая арочка из 5 воздушных петель. В столбик с накидом провязываем пышный столбик. 1, 2, 3, 4 накида. И вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбиком без накида. Это первая арочка. 1, 2, 3, 4, 5. Столбиком без накида. Это вторая арочка. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. Третья арочка. И 1, 2, 3, 4, 5. Столбик с накидом по центру. И это у нас четвертая арочка была. Вот так выглядит у нас восьмой ряд. Вторую половину провязываем также. Теперь перешли к девятому ряду. В девятом ряду провязываем арочку из 5 воздушных петель, а потом переходим вот на вывязывание листочка. 7 столбиков с накидом. Снова повторяем арочки из воздушных петель и еще один начало нового листочка. Арочки и центральный столбик с накидом. 3 воздушных петли для подъема. Разворачиваем вязание. Столбик с накидом. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. И под следующую арочку провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Это основание первого листочка. Под следующую арочку столбик без накида. Теперь вяжем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Это первая арочка. Вот столбиком без накида закрепляем. Снова 5. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных. Это вторая арочка столбиком без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбиком без накида. И это вот третья арочка. Под следующую провязываем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Столбиком без накида под арочку и 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И столбик с накидом. Вот мы провязали 9 ряд. Вот провязали 9 ряд, в котором добавляются в шахматном порядке еще 2 листочка. И теперь 10 ряд будем вязать так же, как мы вязали 4 ряд. Появляются пышные столбики, 5 столбиков с накидом, между ними вот 2 воздушные петли и арочки из 5 воздушных петель, так как у нас уже 2 листочка. 3 воздушных петли. Повернули вязание. Столбик с накидом. Это мы провязали кромку. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбиком без накида под арочку. 1 воздушная петля здесь. Теперь
пышный столбик в столбик с накидом предыдущего ряда. Теперь 2 воздушных петли и довязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 2 воздушных петли, пышный столбик, одна воздушная петля и столбик без накида. Теперь арочка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбиком без накида. Еще 5. 1, 2, 3, 4, 5. Столбиком без накида. Так мы провязали 2 арочки. 1 воздушная петля. Пышный столбик, две воздушных петли и 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 2 воздушных петли. Пышный столбик, одна воздушная петля, под арочку столбиком без накида, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, и центральный столбик с накидом. Вот мы провязали с вами 10 ряд. Вяжем 11 ряд, 1, 2, 3 воздушные петли для подъема, разворот вязания, столбик с накидом, кромку провязали. Теперь 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, столбиком без накида под арочку, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, там где столбик с накидом, провязываем пышный столбик. Теперь 2 воздушных петли, 3 столбика с накидом, 1, 2, 3, 2 воздушных петли и пышный столбик. Теперь 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, под арочку столбиком без накида, 1, 2, 3, 4, 5, под арочку столбиком без накида и еще 5, 1, 2, 3, 4, 5, пышный столбик. Две воздушных петли, 3 столбика с накидом, 2 воздушных петли, пышный столбик, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Под арочку столбиком без накида и еще 5. И еще 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И по центру столбик с накидом. Это мы провязали с вами 11 ряд. Вторую половину провязываем также. Вяжем 12 ряд. 1, 2, 3. Повернули вязание, столбик с накидом, 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, под арочку столбиком без накида, 1, 2, 3, 4, 5, под вторую арочку столбиком
без накида, еще 5, 1, 2, 3, 4, 5. Теперь в столбик с накидом провязываем пышный столбик, 2 воздушных, столбик с накидом, 2 воздушных и столбик пышный, 1, 2, 3, 4. Вот теперь 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Под первую арочку столбиком без накида, 1, 2, 3, 4, 5. Под вторую арочку столбиком без накида, 1, 2, 3, 4, 5. Под третью арочку столбиком без накида и еще арочка из воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. В столбик провязываем первый пышный столбик, 2 воздушных петли, столбик с накидом, 2 воздушных, пышный столбик, один, два, так, что-то ниточка расслоилась, 1, 2, 3, 4, и теперь арочки из воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5, это у нас третья арочка и столбик с накидом, потому что мы довязали уже до центра. Вторую половину провязываем также. Вяжем 13 ряд, 3 воздушных петли, поворачиваем вязание, столбик с накидом, и теперь провязываем арочки из 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Столбиком без накида закрепляем, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида, 1, 2, 3, 4, 5. Таким образом у нас получилось 1, 2, 3 и вот четвертая арочка. В столбик провязываем пышный столбик. 2, 3, 4. И повторяем арочки из воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Первая арочка. 1, 2, 3, 4, 5. Вторая. 1, 2, 3, 4, 5. Третья. 1, 2, 3, 4, 5, четвертая и 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас пятая арочка. 1, 2, 3, 4 и вот пятая. Пышный столбик. И из 5 воздушных петель вяжем арки. 1, 2, 3, 4, 5. Первая, 1, 2, 3, 4, 5, вторая, 1, 2, 3, 4, 5, третья и 1, 2, 3, 4, 5, это четвертая. И вяжем столбик с накидом по центру. Вот 4 арочки. Так мы провязали 13 ряд. Вот у нас провязано 13 рядов, и как вы видите, листочки располагаются в шахматном порядке. Вот мы первый связали листочек, и вот теперь 2 листочка. В следующем ряду будем располагать 3 листочка.
Набираем 3 воздушных петли для подъема, разворачиваем вязание и вяжем столбик с накидом. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Под первую арочку провязываем столбик без накида. Под следующую вяжем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот мы их провязали. Теперь столбик без накида. И далее провязываем 3 арочки из воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Первая арочка. 1, 2, 3, 4, 5. Это вторая арочка. 1, 2, 3, 4, 5. И третья арочка. И под следующую вяжем 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Теперь столбик без накида. Арки из воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Первая арка. 1, 2, 3, 4, 5. Вторая арка. 1, 2, 3, 4, 5. Третья арочка. Под следующую 7 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида. Арка 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель и по центру столбик с накидом. Так мы провязали 14 ряд. Вот мы довязали 14 ряд. И таким образом нам нужно повторять с 9 по 14 ряд. И вязать шаль до тех пор, до тех размеров, до которых мы хотим, чтобы была наша шаль. Заканчивать шаль я буду 13 рядом, то есть вот этим предыдущим, который мы с вами вязали. И потом в конце я буду привязывать к арочкам из воздушных петель бахрому. Как вязать, как привязывать, делать бахрому, у меня есть видео на канале. Я оставлю все ссылки как на видео, так и под видео. Переходите и смотрите, как делать бахрому. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!